Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такие вот бисквитные пироженки с кремом какао. Таких еще у нас с вами не было на обзоре. Это что-то новенькое, необычное. Называются, не знаю, прочту ли я правильно, 7 даус, не знаю даже, саке бар X5. Здесь, кстати, 5 штук по 30 грамм. Надеюсь, что я прочла правильно. Если неправильно, то поправьте меня, напишите в комментариях. Так, давайте посмотрим, что у нас написано вот здесь, и потом перейдем к составу. Так, энергетическая ценность 407 килокалорий, 100 грамм, 150 грамм все вместе. Он такой прям шуршащий очень. Так, состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Здесь прям крупно выделено яичный продукт, лактоза, молоко, мука пшеничная. Это, наверное, у кого аллергия. Красиво, смотрите, какая упаковочка здесь, такая картонная, такая классненькая. Здесь у меня лежат 5 штук, все, смотрите, аккуратненько так сложены, хотя мне кажется, вот этот самый большой, наверное, самый вкусный. Давайте посмотрим его. На нем тоже, кстати, указана дата изготовления и до какого он. Это, кстати, очень удобно. Здесь тоже есть состав на иностранном и русском. Написано 30 грамм. Такой, кстати, он пухленький немножечко. Давайте его откроем. Так, наша тарелочка-помощница. Опа. Так. Сразу пошел такой, знаете, аромат бисквита, как будто он с каким-то ликером. Такой пропитанный, прям классно. Так, ну, конечно же, он неровный, само собой. Да, кстати, забыла сказать, что я купила его в фикс-прайсе. Поэтому, видимо, может быть, неровный. Такой где-то вылазит. Не знаю, они все такие или нет. Напишите в комментариях, кто еще покупал. Будет интересно узнать. Так, режется, кстати, очень легко. Очень мягенький. Здесь вот тоже внутри. Ну, в принципе... А, слушайте, здесь, смотрите, внутри у него получается крем светлый, а здесь у нас на упаковке нарисован темный. Ага, попались. Сверху, смотрите, видишь, как, видите, какой красивый он? То есть полосочками, да, вот так вот. То есть вот так должен быть полосочками. А здесь он уже другой у нас. Видимо, может быть, из-за этого такая грубая ошибка, и поэтому продается в фикс-прайсе, он, наверное, подешевле. Может быть, в других магазинах он подороже и... без такой ошибки. Ну да, видите, здесь тоже нарисовано
И то же самое, в принципе, и здесь. А здесь он, видите, волнами. Вот он, видите? Здесь волнами, а здесь тут светлый крем, а там темный крем. Как будто положили, знаете, что-то другое. Что-то совершенно не то. Вот, в принципе, для этого я и делаю вот эти вот обзоры, чтобы вы все это видели и подумали, стоит покупать или нет. Давайте с вами посмотрим поближе его. А то мне почему-то кажется, что вам плохо видно оттуда. Так, он сфокусировался, по-моему. Так, немножко плохо он, по-моему, фокусирует, но я думаю, что вы, наверное, увидели. И давайте его попробуем. Какой же он на вкус? Нежно-сладкий. Ощущение ликера действительно есть. Какао тоже какой-то аромат есть. Крем. Не знаю, не особо прям так почувствовалось, но то, что он прям вот бисквитный, очень-очень нежный, это вот прям почувствовалось. Крем, может быть, крем какой-нибудь ликерный, скорее всего. Но, в принципе, его удобно очень жевать. Он прям, знаете, вот прям сочный такой немножко и нежный. Прям нежный-нежный. Вот иногда даже в магазине покупаешь что-нибудь бисквитное, но оно бывает суховатое какое-то, вот не такое. А это вот, видимо, потому что лежало в упаковке закрытой. Оно очень такое прям мягкое-мягкое, нежное-нежное. Ну, вкусное такое, да, вкусное. На любителя, наверное, я думаю. Я не особо такие. Ну, в принципе, их можно ее таскать, допустим, с собой в сумочке. И где-то вы там не успеваете покушать, например, на работе, да? Можно ее съесть или после обеда, допустим, на полник ее съесть с чаем. То есть, ну, в принципе, такой вкусный. Здесь, кстати, я заметила, есть такие штучки у нее даже, выдвигается. Можно, если нету тарелки, можно просто выдвинуть и на такой штучке ее держать. Вот. Ну, в принципе, довольно вкусно, мне понравилось. Ее можно угостить кого-то и подарить, и упаковка довольно красивая. Но, конечно, меня очень сильно удивило то, что сам бисквит очень сильно отличается от того, что он рисован на картинке. Все-таки здесь, видите, то есть полосы как бы вот так вот сделаны, а тут волны почему-то. Тут вот нарисован темный крем, а у него почему-то светлый. Я считаю, это грубая, очень грубая такая ошибка. Практически, например, как, допустим, вы видите, что бисквит какао, вы его вынимаете, а там оказывается не какао, а беленький. Для меня это вот что-то подобное. Напишите в комментариях, как для вас. Не знаю, хотя мне кажется, может быть, половина людей бы даже не заметили. Хотя, честно говоря, я сама не сразу заметила. Вот. Ну, очень вкусный. Такой он прям мягенький, такой приятный его кушать. На сегодня это все. Смотрите наши также другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 года. Также обзоры на другие продукты. На продукты из Фикспрайса, Победы, Светофора, из других обычных магазинов. Также товары из Фикспрайса, игрушки разные. Также обзоры на технику, видеокамеры, батарейки аккумуляторные, Bluetooth наушники и много-много всего интересного и другого там есть. Также на моем канале есть фоны. Очень замечательные, интересные такие, которые вы можете включить на своем телевизоре и наслаждаться приятной музыкой и отдыхать. С вами был канал ArtMoney. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, пишите свои комментарии, отзывы. И всем пока-пока!